Клипы с использованием голосового тюна, новые захватывающие антитрейлеры, анимационные музыкальные клипы и многое другое. Все это на канале Illumiland. Ссылка в описании. Can't believe she left me for Lenny! Shut up! Cartoons! Эй, Пенни, смотри, как я прыгаю через скакалку! Как она могла променять меня на Лени? Это не круто, мужик! Ну, а ты должен пережить это. Иногда такое случается, бро. Я не понимаю, почему в этом виноваты мои штаны. Со мной никогда такого не случалось. Гляньте, парни, Гектор обоссался. Я думаю, если этому суждено было случиться, оно случилось бы. Говорю еще раз, прекрати вестись, как киска. Или Бак-Бак откусит тебе зад. Кто-нибудь попросите эту собаку не откусывать мне зад. Просто не смотрим в глаза, и все будет в порядке. Гектор, мама просила передать этот морковный пирог на твой день рождения. Откуда этот заторский ребенок знает твою маму? Это мой брат. Но вы, ребят, выглядите совсем не похожи. Мы приемные, мужик. Стой, это твой день рождения, ты будешь есть эту чертову морковь. Мой день рождения не отличается от других, мужик. Мы не едим сладкое. Я не могу это так оставить. Хоть мы и можем забыть про твой день рождения, но мы не можем позволить, чтобы ты провел его без сладкого. Стойте, вы забыли про мой день рождения? Не волнуйся об этом, просто сходи, отвлеки Поппинс. Эй, мисс Поппинс, хотите услышать лучшую шутку за весь день? Какого черта ты делаешь в моем кабинете? Ответьте на вопрос, почему курица перешла дорогу? Итак, как готовить торт? Без понятия, не страдаю этой хер. Надо найти просто все красивое, чтобы выглядело как торт. Это сумасшествие, но маленькая черная курица. Сейчас будет сумасшествие. Это просто охренеть. Короче, она такая. Зацени, мужик. Я просто реально хотел перейти дорогу. Вот дерьмо, смотри, что ты натворил, чувак. Я? Мы вообще-то все хотели закатить мою вечеринку. О боже. Бежим. Так вот, она при этом сказала еще одну вещь. Я детей больше не хочу. И это ты мне сейчас рассказал самую лучшую шутку. На самом деле, да, она может быть не особо вам нравится, она может быть не особо оригинальной, но все равно используйте ее. Нам нужно остановить эту штуку. У меня есть одна идея. Врубай, Йен. Но, черт возьми, вы устроили в моем детском саду! Лени виноват! Да, я отлично видел, как он возился, выпекая эту штуку. Чё? Это херня какая-то, меня вообще тут не было! Не круто, Лени. Вообще не круто. Ну, ребят, заплатите за это! Нам жаль, но мы не смогли сделать тебе реальный торт, Гектор. Мы, конечно же, не гнали за хорошим вкусом, но хотели, чтобы он выглядел классно. Все в порядке, ребят. Спасибо, что попробовали. И нам жаль, что мы забыли про твой день рождения. Но у нас есть для тебя это. Может быть, представишь этот торт? Спасибо, ребят. Это лучший день рождения в мире. Я думаю, мы сегодня хорошо поработали. Да. Кто-нибудь помогите мне. Пожалуйста. Ты же не подкинул вяленое мясо в подгузник. Возможно. Ребят, не забудьте ознакомиться с каналом Illumiland, который отличается своим качественным регулярным контентом. Настоятельно рекомендуем посмотреть. Не пожалеете, ссылки в описании. А перевод и озвучка Антон Дмитрий Мальтера. Ты можешь посмотреть и другие мультики Smosh Baby и Shadow Cartoons по аннотациям прямо над видео. Ага.